Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам показать, как выглядят мои сеянцы в горшках, которые я показывала, как сажала. Вот так выглядит абрикос, сеянцы маньчжурского абрикоса. Это подвойный материал. Здесь немножечко с края черешня и пошла груша. Вот такая грушка. Как-то разнокалиберная она, какая-то повыше, какая-то пониже. Это тоже семенные подвои. Ну, в будущем буду прививать те сорта, которые планирую выращивать. Это яблонька. Вот такая вот она подросла. Достаточно высокие яблоньки уже. Вот. Растут, развиваются, чувствуют себя хорошо. Скоро поедем высаживаться на постоянное место. Это сеянцы дички, яблоньки, дикушки. Вот. Отличаются по листикам. Вот какой-то немножко другой. Ежевичка. Малинка. Дожди заливают. Вот такое небо висит у нас. Черное, причерное. Низко, принизко. Вот, льют и льют дожди. Начала созревать малина. Не дает собирать малину. Заливают нас дожди. Это Мария. Вот такая крупная. Классная. Мой самый любимый сорт. Где фокус? Не хочет фокусироваться ни в какую, не хочет вам показывать. Вот она висит, она очень урожайная, ее прям много-много. Здесь мы постоянно едим, она около дома, мы выходим и ее постоянно едим. Вот такая у нас погода, вот такие у нас дожди, вот такое небо. Как говорят, у природы нет плохой погоды. О, пошел дождик. Ну вот, не прошло и часа. Снова дождь. Всем пока-пока.